Однією з основних проблем клубу є те, що домашні матчі «Металіст» не в змозі проводити на якісному газоні. На теперішній час газону як такого на ОСК «Металіст» немає. Ми звернулися з запитанням, що привело до такого стану газону та які заходи проводяться для відновлення покриття на нашому стадіоні, до генерального директора ОСК «Металіст» В'ячеслава Шевченко. Да, если вы правильно заметили, обратили внимание, поле на сегодняшний день пребывает в неудовлетворительном состоянии. То есть, скажем, оно практически выведено из строя. Ну, если обратиться дальше к причинам, которые привели к такому печальному началу второму туру чемпионата Украины по футболу, можно сказать, что это в первую очередь недоработка работников стадиона, включая меня и агронома, которые допустили. Ну и второе, это климатические условия, которые подвели по окончании сезона. Снег, переходящий мокрый, потом дождь, и потом мороз сразу ударил. Очень плохое состояние подогрева, которое там 400 ватт выдает, и все, и больше чем 6-6,5 градусов тепла не выдает. Даже не позволило нам вовремя отогреть. На сегодняшний день составлен график мероприятий, которые предоставили в областную администрацию на устранение недостатков по полю и для того, чтобы привести его в надлежащий вид, в игровое состояние. Мы приглашали на консультации специалистов с Запорожского стадиона, со стадиона «Динамо Киев». Вплотную каждый день консультирует нас Борис Михайлович Воскресенский по телефону, так приезжал, который приезжает там опять в понедельник. То есть заложен ряд мероприятий, в первую очередь это агротехнических, которые будут уже выполнены. Это в первую очередь это мы прочистили хорошо дренажную систему, которая, собственно, была забита. В понедельник мы будем заниматься подсевом травы. Купили новые стимуляторы роста импортные. Точно так же на стадион «Динамо Киев» и Анатолий Яковлевич Калоша помогли нам с немецкими комплексными удобрениями, с которыми мы на сегодняшний день не были знакомы. То есть не нужно вносить там уже отдельно калийные, фосфорные или еще какие-то удобрения. Сразу есть сбалансированное немецкое производство удобрения. Если мы проведем это мероприятие, то мы ожидаем положительный результат. И мы думаем, что к началу мая поле будет в нормальном состоянии. То есть, если интересует зрителя, а зрителя интересует вопрос 7 мая, я думаю, мы постараемся поле восстановить. Дренажная система плюс новые сорта травы, которые будут застроены со стимуляторами роста. В принципе, все мероприятия, которые сейчас осуществляем. Ну, естественно, если будет пауза, если снег будет до весь апрель, нам будет очень тяжело это сделать. Планово готовимся к Евро-2012. Строительство восточной трибуны вступило, так сказать, в завершающую фазу. В ноябре месяце мы ее будем, ноябрь-декабрь, ну, скорее всего, что в ноябре будем сдавать эксплуатацию восточную трибуну. Дальше по плану в этом году мы должны сделать полную реконструкцию внутреннего обеспечения стадиона, который сейчас тоже находится в очень плачевном состоянии. И если будут еще бюджетные средства, мы будем заниматься покрытием, то есть новой крышей стадиона. По требованиям УЕФА освещение должно соответствовать 1200 люксов. Метрология сделана замеры, которые определила минимальное количество люксов на стадионе у нас 1500. И, то есть 2000, есть 1500. А то, что необходимо, 1200. Вы что-то считаете, хорошее у нас освещение или нет?